Добрый день, уважаемые коллеги. Хотел узнать, слышно ли меня, может ли кто-то ответить. А, отлично, да, вижу ответы. Тогда предлагаю начать вебинар. Это цикл вебинаров Российской школы гранд-мейкинга, конкурсная процедура от А до Я. И организатором цикл вебинаров запланирована большая программа. Вот вы сейчас на слайде это видите. И я вам расскажу про организацию экспертизы заявок, как правильно выстроить процедуру и работу с экспертами. Первое, что хочу заметить, что не существует универсальной процедуры экспертизы заявок. На проектирование этого процесса в первую очередь влияет, какой тип конкурса вы организуете. Я думаю, вы согласитесь со мной, что процедура оценки заявок федерального конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» будет отличаться и по процедуре, и по критериям оценки, и по принципу отбора экспертов, допустим, от конкурса общественных инициатив в городе Ярославле. Мы, к сожалению, не сможем рассмотреть все нюансы при организации всех типов конкурсов в течение 30-минутного вебинара. Но я постараюсь дать вам какие-то базовые подходы, на основании которых вы сможете определять наиболее эффективный способ организации процедуры оценки. Но я буду опираться, скорее всего, на более массовый вид конкурса. Это местный или региональный конкурс социальных проектов. Так, и давайте перейдем к первому слайду. Разрабатывая процедуру экспертизы, какую главную задачу мы решаем? Наша главная задача – это максимально объективно и обоснованно оценить заявки, представленные на конкурс. В соответствии с теми установленными целями, задачами и условиями, определенными в положении о конкурсе. Поэтому вот эта левая колонка слайда – это то, что должно у вас уже быть разработано или хотя бы быть в эскизе для того, чтобы приступить к процедуре экспертизы заявок. Таким образом, нам необходимо, приступая к разработке процедуры, нам необходимо определить, каким образом мы будем принимать решения о победителях конкурса, кто и каким образом будет участвовать в принятии решения. Поговорим о подходах к разработке критериев и обсудим, как выстраивать взаимоотношения с экспертами. И, что не менее важно, как эту всю работу провести в максимально короткие сроки. И чтобы это никаким образом не повлияло на качество оценки. Понятно, желание всех участников этого процесса получить как можно быстрее результаты. И всегда возникает такое желание сократить данный этап работы. Мы с вами должны быть ответственны за качество принимаемых решений. Поэтому постарайтесь обязательно необходимо разработать максимально подробный план действий по проведению оценки, проведению экспертизы. С учетом всех возможных срывов, так и в этом процессе участвует достаточно очень большое количество участников. И теперь давайте поговорим более подробно по каждому пункту. Первоначально нам необходимо определить, кто окончательно принимает решение о поддержке того или иного проекта. Вы это отдаете на полное усмотрение экспертного совета, или у вас есть иной вышестоящий орган, который, допустим, утверждает решение экспертов, по сути, выполняя только контрольную функцию по соблюдению процедуры? Или более глубоко, он, допустим, вышестоящий орган принимает мнение экспертов к сведению и принимает уже самостоятельное решение. Обычно это внешние условия, которые определяются донором конкурса и его готовностью передать право принятия решения. Честно говоря, на такой подвиг решается редкий донор, особенно когда вы проводите конкурс впервые.
На мой взгляд, более оптимален первый вариант, когда решение принимает экспертный совет. Вы всегда можете ограничить свободу выражения мнений экспертов там, критериями оценки или рекомендованной методикой проведения оценки. Но как альтернативный такой компромиссный вариант, вы всегда можете включить в состав экспертного совета представителей доноров или других заинтересованных сторон, которые, может быть, и не станут проводить оценку, так как эксперты, но в процессе обсуждения заявок экспертами на заседании они смогут погрузиться в эту тему, в сам этот процесс. И тогда им будет понятно, каким образом вы принимаете решение. Может быть, второй вариант, когда, допустим, есть вышестоящий орган, принимающий итоговое решение. Ну, допустим, давайте назовем его конкурсная комиссия. Тогда было бы правильно включать в ее состав представителей экспертного совета. Тогда вы сможете обеспечить преемственность в принятии решений и публичное обсуждение каких-то наиболее спорных моментов, которые возникают, которые всегда возникают в процессе принятия подобных решений. Хочу также уточнить роль организатора конкурса в процессе принятия решения. Существует два принципиально разных подхода, когда некоторые считают, что гранд-менеджер не должны принимать участие в принятии решения, или когда гранд-менеджеры входят в состав экспертного совета наравне с остальными экспертами. Хочу сказать, что даже в первом варианте гранд-менеджер в любом случае влияет на принятие решения, но делает это опосредованно. А если в конкурсе принимает участие организация, которая ранее получала уже поддержку в рамках конкурса, то он, конечно же, обладает очень ценной информацией об опыте взаимодействия, и эта информация является очень необходимой для экспертов. Моя позиция заключается в том, что гранд-менеджер не должен входить в состав экспертного совета, в первую очередь по причине его занятости другими задачами в тот период, когда происходит процесс оценки заявок. Про какие задачи я говорю? Гранд-менеджер должен до передачи экспертам, во-первых, проверить все заявки на соответствие формальным требованиям, и эксперт должен получить только уже точно проверенные заявки для экспертизы. А затем он должен убедиться в том, что представлена информация достоверна, что, допустим, что указанный сайт организации действительно работает, о том, что указанный телефон заявки действительно принадлежит этой организации, что в смете приведены реальные расценки на те или иные услуги. И, конечно же, гранд-менеджер занимается все-таки организацией всего процесса взаимодействия с экспертами. И дополнительная нагрузка, мне кажется, только приводит к снижению качества самой экспертизы со стороны гранд-менеджера. Но, конечно же, гранд-менеджер должен подготовить и предоставить всю информацию экспертам об опыте реализации ранее поддержанных проектов, если, конечно, такой опыт существовал. Если на конкурс подана заявка от никому неизвестной организации, то я очень рекомендую организовать визит к ним в офис, чтобы на месте с ними познакомиться, посмотреть, как работает организация, чем она здесь в реальности обладает и как у них выстроена вся работа. Это на самом деле очень серьезно помогает в принятии решения. Если есть такая возможность, то, конечно, такой стадий визит лучше организовать вместе с экспертами, которые оценивают этот проект. Еще один важный аспект – каким образом распределять заявки между экспертами. На первый взгляд, это кажется технический вопрос, но на самом деле это возможный инструмент манипуляции со стороны гранд-менеджера. Предположим, если у него имеется личная заинтересованность, то владея знаниями о том, как обычные эксперты оценивают заявки, ведь все прекрасно понимают, что кто-то более лояльно относится к заявителям, кто-то более строго. Тогда он может использовать эти знания в интересах определенных заявителей. Для нивелирования данного фактора в последнее время все чаще используют
автоматическое распределение заявок среди экспертов. Это можно делать просто последовательно, назначение заявки по алфавитному списку экспертов, и создавать более сложный алгоритм назначения заявок. И последнее, что хотел сказать по поводу формы проведения заседания. Сейчас активно используются разные способы, но, на мой взгляд, наиболее оптимальным вариантом все-таки является проведение очного заседания экспертного совета, когда эксперты лично могут совместно обсудить какие-то сложные моменты и поделиться своими знаниями, своим опытом. Мне кажется, открытая защита достаточно спорным способом принятия решения, потому что здесь часто может влиять не качество подготовки проекта, а ораторские способности заявителя. Ну и, как сказал ранее, стадия визит – это очень хороший инструмент для того, чтобы познакомиться и воочию убедиться в деятельности, в существующем опыте деятельности организации. Теперь давайте перейдем к следующему слайду и поговорим про критерии оценки. Критерии оценки напрямую взаимосвязаны с целями и задачами конкурса и должны, конечно, позволить дать ответ на тот вопрос, поддерживаем или не поддерживаем заявку. Нам важно стремиться к балансу количественных и качественных показателей, которые мы используем. Допустим, когда мы учитываем определенные количественные данные о предыдущем опыте организации, например, количество реализованных проектов или количество муниципальных территорий, в которых реализовывались данные проекты. Ну и самое известное – это процент софинансирования. Ну или мы используем, там, допустим, качественные критерии, как также многим известно, это оцениваем актуальность проблемы, эффективность достижения результатов или, например, социальный эффект от реализации проекта. Также важно определить, что мы на самом деле оцениваем, что для нас является наиболее важным. Это опыт организации в той области, по которой она подает заявку, или для нас все-таки более важна сама идея проекта, инновационность, допустим, подходов к решению задач. Данный выбор вы можете сделать только исходя из тех целей и задач, которые вы определили в своей конкурсной документации. Я не говорю, что это взаимоисключающие условия, но важным является выбор приоритета. И теперь хотел сказать о количестве критериев для оценки. Мне встречались разные варианты, допустим, там от 3 до и 30 и более. Мне представляется, что наиболее оптимальным и достаточным является определение 5, ну, максимум может быть 7 критериев, и это вполне позволяет объективно оценить заявку. Вы должны понимать, чем больше вы указываете критериев, тем меньшее значение они имеют. Не нужно формулировать большое количество критериев, которые оценивают только один раздел заявки. Например, был у меня очень, я считаю, таким плохим опытом, когда я оценивал заявки по одному конкурсу, в котором мне в оценочном листе которого было 4 критерия, которые оценивали только цель проекта. Я так и не смог добиться ответа от организаторов, в чем заключался смысл данных критериев. И что еще важно, мне кажется, учитывать при разработке критериев, как можно нивелировать возможные манипуляции от заявителей, от таких профессиональных писателей проектов. Они, конечно, в основном связаны с количественными показателями, и в том числе там, с процентом софинансирования чаще всего. Ну, можно рекомендовать как бы два способа, да, этому противодействовать. Допустим, если организация победила в конкурсе и получила финансирование, то строго контролировать обязательства, заявленные обязательства, тогда к этому условию в дальнейшем они будут относиться более ответственно.
С другой стороны, значение этого критерия можно установить на минимальном уровне, и он не будет существенно влиять на итоговое значение. Теперь про шкалу оценок и вес критерия. Хочу сказать, что, ну, по большому счету, это дело вкуса, дело удобства ваших членов экспертного совета. Это может быть трехзначное, пяти, до десяти. Просто когда вы уже используете количество баллов больше десяти, то, конечно, имеет смысл вводить коэффициент значимости. Это, ну, то значение, на которое умножается количество баллов. Оно обычно меньше единицы, и, но в сумме уже дает, уже должно равняться единице. В конечном итоге вы все равно приходите к трем возможным вариантам решения. Однозначно поддержать заявку, однозначно отклонить, и третий, наиболее спорный, который вызывает большие дискуссии, когда нет определенного мнения, когда вам необходимо обсудить различные аспекты этой заявки для того, чтобы принять окончательное решение. Так, и теперь мы переходим к последнему слайду. Теперь поговорим про экспертный совет. Какими ключевыми компетенциями должны обладать члены экспертного совета? Я считаю, что в первую очередь это, конечно же, у эксперта должен быть опыт проектной деятельности. Неважно, в какой области. Это может быть и в области бизнеса, во власти. Но понимание проектной культуры должно быть. Конечно же, лучше приглашать людей с аналитическим складом ума, с опытом принятия решения. Но часто ограничением для вас будет являться наличие свободного времени у ваших кандидатов в экспертный совет, потому что, вы понимаете, экспертиза проходит все-таки достаточно в ограниченный промежуток времени. И важно, чтобы у эксперта было время, чтобы провести данную оценку. Я считаю, что все-таки экспертный совет – это такой постоянно действующий орган у организатора конкурса. И вам хорошо было бы развивать отношения с членами экспертного совета. Как это можно делать? Как вы понимаете, все-таки оценка проектов – это область профессиональной деятельности. Постарайтесь погружать ваших экспертов в эту тему. Находите возможность знакомить экспертов с новыми тенденциями в этой области, с новостями. И это позволит вам повышать профессиональный уровень экспертизы. Старайтесь обсуждать все вопросы, связанные с конкурсной процедурой, с экспертами. Обсуждайте проекты документов, обсуждайте все нюансы, которые возникают в процессе оценивания. Потому что часто бывают, возникают достаточно сложные вопросы. Допустим, каким образом поступить, если один из экспертов оценил заявку с диаметрально противоположными оценками, чем остальные? Как в этой ситуации поступить? Встретиться отдельно с этим экспертом и уточнить его позицию, либо организовать встречу только тех экспертов, которые оценивали эту заявку, либо этот вопрос вынести на очное обсуждение на заседании. Могут быть разные варианты решения этого вопроса. Вам важно выработать данный подход именно внутри вашего экспертного совета. И, конечно же, важный вопрос, связанный с разработкой рекомендаций, методических рекомендаций по оценке заявок. Это тоже лучше делать совместно. Вы можете подготовить какой-то базовый подход и выработать один из... один из подходов, который вам покажется наиболее подходящим.
то, что мне, допустим, встречались рекомендации, это когда они носят такой достаточно общий подход и достаточно широкие границы оценок, и эксперта, ну, по большому счету, не ограничивают, очень серьезно не ограничивают в принятии решения. А есть рекомендации и, не знаю, такие специальные формы, когда эксперты очень ограничены, имеют совершенно определенное значение каждого критерия, как каждого значения этого критерия. Это можно делать, но обычно проще это делается, когда вы оцениваете, допустим, количественные показатели или показатели, которые связаны с предыдущим опытом деятельности организации. И теперь про конфликт интересов. Самая такая достаточно, мне кажется, важная для репутации конкурса часть работы. Во-первых, хочу сказать, что организатор конкурса обязательно должен публично заявлять о существующем конфликте интересов членов экспертного совета. Это можно делать, допустим, в протоколе заседания конкурсной комиссии. Что можно заявить в качестве конфликта интересов? Это, допустим, что эксперт и близкие его родственники не участвуют и не участвовали в деятельности организации, которая подала заявку. Эксперт или его близкие родственники не участвуют в деятельности организаций, которые являются учредителями или участниками, или членами заявителей. Что эксперт не имел договорных отношений, не получал денежные средства, имущество или какую-то другую материальную выгоду. О том, что эксперт не имел судебных споров с заявителями, учредителями или руководителями. И в том, что он не оказывал содействия заявителю в подготовке заявки на участие в конкурсе. Наверное, исключением в этом правиле может быть то, что эксперт может на безвозмездной основе консультировать путем ответов на вопросы подготовки заявок. Если, конечно, в этом есть такая необходимость, и администраторы конкурса не способны обеспечить данный процесс. По общей практике, конечно же, в состав экспертного совета часто входят представители некоммерческих организаций, которые чаще всего имеют подобный конфликт интересов. Существует практика, когда особенно, скорее всего, это относится к тем заявкам, в которых член экспертного совета является сотрудником или руководителем. И обычная практика, когда во время обсуждения этой заявки член экспертного совета просит выйти из заседания. Мне кажется, это достаточно неубедительный способ освобождение, скажем так, остальных членов экспертного совета от нагрузки на принятие решения. Я думаю, что было бы правильно, если такая ситуация возникла, либо эксперт должен, по крайней мере, не присутствовать совсем на этом заседании экспертного совета, когда принимаются решения. И, конечно же, он не должен оценивать заявки, связанные с конфликтом интересов. И теперь по поводу состава экспертного совета. Какие бы я мог дать рекомендации? Я думаю, что самым оптимальным вариантом является это, когда вы формируете состав экспертного совета и балансируете, стремитесь к балансу представителей от всех секторов экономики, да, что у вас есть и представители власти, и бизнеса, и некоммерческих организаций.
Конечно же, можно включать сюда и представителей средств массовой информации, и там деятелей науки, искусства, но старайтесь все-таки проверить, обладает ли кандидат теми компетенциями, которые необходимы для участия в этой работе. Многие задают вопрос, должен ли состав экспертного совета быть публичным. И считают, что если раскрывать информацию, то заявители могут как-то влиять на мнение экспертов. Ну, хочу сказать, что, во-первых, если на эксперта может повлиять заявитель, то это на самом деле плохой эксперт, и от него, конечно, необходимо избавляться. Но говоря в предыдущем пункте о том, что конфликт интересов обязательно нужно публично заявлять, то, конечно же, вы вынуждены будете сообщать о том составе экспертного совета, который работает по оценке ваших заявок. Еще бы я рекомендовал изначально закладывать механизмы ротации членов экспертного совета. Если у вас все-таки конкурс долгосрочный и вы планируете его проводить достаточно регулярно, то, конечно, со временем накапливается определенная усталость эксперта, и всегда полезно для работы все-таки такую, включать такую свежую кровь в вашу работу. И последний вопрос, который часто задают, это связанный с оплатой труда экспертов. Честно говоря, это все-таки вопрос ваших, больше всего это вопрос ваших возможностей. Есть ли у вас возможность оплачивать или нет? По сложившейся практике, если эксперту оплачивают подготовку экспертного заключения, то, конечно же, требования к экспертизе несколько выше. Ну, допустим, требуется подготовка письменного заключения, письменного мнения по определенным пунктам оценочного листа. Когда эксперты выступают волонтерами, то обычно, конечно, такое требование не соблюдается. Еще раз повторюсь, что оплата труда экспертов – это вопрос ваших возможностей. Но большая просьба, если даже у вас нет такой возможности оплачивать работу эксперта, то, пожалуйста, никогда не забывайте при любой возможности благодарить экспертов за их работу. Спасибо вам большое. На этом я заканчиваю свой вебинар и готов ответить на вопросы. Да. И есть ли вопросы у участников? Ну вот я сейчас захожу в чат, и, честно говоря, пока ни одного вопроса. Не вижу. А, пишет, что все понятно. Ну, мне очень приятно. Наверное, я теперь... Хорошо, я жду. Спасибо большое. Конечно, всегда готов ответить на вопросы, если у вас появятся они там позднее, допустим. Пожалуйста, всегда направляйте Екатерине Лучевой, и она мне их направит. Я всегда буду готов, буду рад ответить на все возникающие вопросы.
Так, вот есть первый вопрос. Относительно самого первого слайда, там было две колонки, что должно быть готово и что потребуется в процессе как-то так. И форма заявки была в колонке, что должно быть готово, а критерии оценки в другой колонке. Да, это хороший вопрос. Я думаю, что форма заявки, ну, как бы базовое содержание заявки, ну, должно быть определено для того, чтобы вы уже, исходя из основных пунктов этой заявки, могли формулировать критерии оценки. Но часто бывает и процесс, когда вы понимаете, что есть какой-то важный критерий, который необходимо учесть при определении победителя, но вы обнаружите, что, допустим, в форме заявки нет того раздела, где бы заявитель мог про это написать. Поэтому я как раз и оговорился, сказал, что это должен быть некоторый драфт, да, такой черновик, который еще, конечно, нужно дорабатывать, когда вы разработаете и примете окончательные критерии оценки. Как оценивать по критериям, которые определяются позднее, чем форма заявки? Этих вопросов ответ не может и не быть. Да, вот как раз я и это объясняю, о том, что это взаимный процесс. Если вы определите какой-то критерий, по которому заявитель не сможет дать описание в форме заявки, то, конечно же, вы должны включить данный пункт, данный раздел в форму заявки. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Хорошо, давайте еще один вопрос. Да, конечно же. Давайте я прочитаю вопрос. Вы сказали, что рекомендуете делать ее качественно представленной всех групп бизнес, НКО и так далее. Если конкурс специфический, предполагается, что оценивать будут по нишевому направлению, и эксперты в основном из НКО. Да, конечно же.
Я все-таки, как говорил в начале, я все-таки за тип конкурса брал обычный конкурс социальных проектов, да, и рекомендации были связаны, конечно, с этим. Если конкурс специфический, то, конечно же, здесь необходимо принимать решение о выборе экспертов, исходя из области профессиональной деятельности. Допустим, мы сейчас организуем конкурс научно-исследовательских проектов, и, конечно же, для оценки этих заявок мне нужно приглашать экспертов из тех областей знаний, специалистам которых в областях которых нам были поданы заявки. И я, допустим, не могу сформировать даже состав экспертного совета, пока я не получил заявки на конкурс. Я просто не знаю, с каких областей знаний будут эти заявки. И в этой ситуации мой экспертный совет является больше администратором, который владеет знаниями тех профессионалах в различных областях и смогут их привлечь, что им там высший орган управления фонда дал им право привлечь тех экспертов, которые они посчитают необходимым для оценки, для профессиональной оценки, допустим, такого научного проекта. Да, спасибо. Спасибо вам. Если есть еще вопросы, я готов ответить. Если нет, то потом уже в личном общении.